Забайкалье продолжает встречать участников Забайкальского международного кинофестиваля. Напомним, что в этом году он пройдет в 10-й раз. И уже завтра состоится открытие кинофорума с традиционным дефиле известных актеров и кинодеятелей. Народный артист России, актер театра и кино, певец, музыкант и телеведущий Евгений Дятлов уже не в первый раз приезжает на Забайкальский международный кинофестиваль. Артист не просто так прилетел заранее. Сегодня вечером в концертном зале Дома офицеров он выступит с сольным концертом, на котором в его исполнении прозвучат старинные городские романсы, русские цыганские народные песни, песни из кинофильмов. Актер примет участие в творческих встречах и вместе с другими гостями кинофестиваля посетит Каларский округ. Евгений Дятлов также планирует поездку, не связанную с кинофорумом. Просто здесь недалеко могила отца, я планирую ее посетить. Это село Знаменка. Вот, ну вот, там, наверное, ближе к Нерчинску, наверное, все-таки. Но вот собираемся, у меня будет один день возможный. Вот, я очень хочу туда съездить. Утренним бортом сегодня также прилетела программный директор кинофестиваля Мария Безенкова. Хочу отметить, что мы в этом году собрали очень яркую, интересную кинопрограмму. Привезли огромное количество и артистов, и создателей фильмов. И мне кажется, что это будет классный праздник. Вот, я очень жду этого праздника. В этом году организаторы постарались подобрать фильмы, которые привлекли максимальное внимание зрителей. Кинопоказы будут организованы не только в Чите, но и в 12 районах края. Екатерина Станиславская, Татьяна Аршинская, Вести Чита.